И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tycoon Incorporated. Вескер с вами на связи. После небольшого перерывчика продолжаем записывать подряд прохождение Polary Croft. Да, подряд, потому что я сделал сегодня небольшой перерывчик. А то записывать 2 часа подряд, ну, округляю, конечно, большую сторону. А то мало ли, может, кто захочет там посчитать. Немножко утруднительно. А что ты так зависло? Ты у меня нормально работала. Так, нам нужно... Почитать. А что так медленно работает? Стало? Нормально работало же. Я не выключал даже игровую программу записи. Так, нам нужно сюда. Да? Вот, вот здесь тоже, видите? Вот. Был крепежик. Сейчас поможем молодцу выучить язык. Расшифровывают эти таблички. Так, она впереди. Хорошо. Здесь должен быть... Но его нет. Прохода. Это потом на продажу пойдет. Опыт нужен всегда. О, кожа. А они думают, что это налог. Скользи в... Куда скользи? Ты про что? Лара? В нем как птица, но не дыши. Вода? Тогда он это Чаак, бог дождя. Красота. Начинают идти расходники. Ну, в том плане, что идет расхождение. В озвучке. Кто видит? Фреску. Она где-то здесь. Так, нет, это дорога обратная, это нам не сюда. Подождите, а где она? Я туда иду. Как замучаешься искать все эти фрески? Да, я твой сенсей. Великодушная Лара Крофт сенсейна. Да, хуха-куапо. Да, у меня тоже подвисает, ребят, 5-12 FPS. Черт поймешь, почему. Может, из-за того, что я игру долго держал включенной. Я просто сделал... Я не стал ее выключать чисто перед собой. Так, стоп. Вот она здесь должна быть. А! Когда то, что было над ним, окажется внизу, съеденное станет едой для посевов. Почва, земля, Ахмон, бог Маиса. Она вообще не светилась. Боги на фресках и дают жизнь, и забирают ее. Гармоничное сосуществование. Эти фрески учат дуализму жизни и смерти. Не просто для ребенка. А еще FPS вернулся. Спокойно сейчас, адекватный FPS. Ну, почти.
Сейчас он, конечно, скачет обратно. Но соль в том, что она вообще не выделялась. Мы расшифровали, дитя. Обряд пробуждения. Мне это не нравится. Ни капельки. Мне это не нравится. Ни капельки. Ну, я выполнил вашу задачу. Или где-то что-то еще... Ну-ка, я выполнил это задание. Или есть еще какая-то фреска, которую я не... Так, что-то реально медленно работает. Может, мне ее перезапустить? Потерпите, ребят. Я сам тоже немножко страдаю от такого исхода на данный момент. Ничего с этим не поделаю. Так. Ну и где малец? Майю. Где Авиль? Что случилось? Не знаю. Отец пришел и забрал ее. Сказал, что в награду за успехи в учебе он разрешит ей участвовать в каком-то обряде. Обряде? Обряд пробуждения. Ахао, там приносят жертву ребенка. Думаешь, отец Авиль может ей навредить? Я знаю его много лет. Сегодня он пришел и смотрел, будто сквозь меня. Его глаза были черные, пустые. Куда он ее увел? В заброшенную деревню. Пожалуйста, торопись. Кладезь науки, так. Заброшенная деревня, это вот это получается, да? Да, все правильно. Так, да плевать на ФПС, идемте спасать ребенка. Медленный ФПС нам только в помощь. Он затормаживает... Он затормаживает идиотизм у родителя этого ребенка. И, соответственно, ускоряет наше время. Помните, если у вас есть возможность контролировать ФПС мироздания, пользуйтесь. Как бы это отвратительно потом не было, но зато вы будете быстрее. Это лучше, чем проходить сквозь лагерь. Это быстрее. И интерактивнее. Остановите обряд. Так, где этот обряд? Ага, вижу. А ну живо! Освободить ребенка! Что? Давайте начнем. Я отдаю тебе свою плоть и кровь и умоляю тебя не гасить наше солнце. Так, я его перезапустил. Ну и стал более адекватно. Привет. Старая деревня? Они тебя ждут. Сюда. Спасибо. Я тут пособираю, вы не против? Я сюда еще зашел, чтобы пополнить запасы. Оу. Медведь обыкновенный. Редкое растение. Давайте начнем.
О, Ахао. Я дарю тебе свою собственную кровь, свою дочь, Авиль. Ее разум и дух сильны. Я никогда не видел такой силы. Я так горжусь моей Авиль. Из нее получится отличная жертва. Ты больной? Возьми. Это нектар пробуждения. Услышь меня, Кини Чахау, лицо солнца. Я отдаю тебе Авиль, избранную. Она выпьет нектар пробуждения, а затем ее сердце достанут и бросят в пламя. Я отдаю тебе свою плоть и кровь и умоляю тебя не гасить наше солнце. Авиль, это Лара. Когда я скажу, беги прямо к Майю, ясно? Авиль, беги! Так, принято! Почему мне кажется, что это не конец? Предатель здесь. Где-то поблизости. Ага, вижу. Он может быть где угодно. А я могу тут достать? Где этот шоколад? Ага, вижу. Вот так! Давай-давай-давай-давай, лечимся, отлично. Давай-давай-давай. О, бля! Хорошо стреляют, тут одни лучники. Ничего, справимся. Больной папаша. Они тебя ждут. Сюда. Ну, вы сразу сделали побольше скриншотов. Тоже хороший повод. Да уйди с дороги! Давайте начнем. Больные ублюдки. Ахао, я дарю тебе свою собственную кровь, свою дочь, Авиль. Ее разум и дух сильны. Я никогда не видел такой силы. Я так горжусь моей Авиль. Отец года. Из нее получится отличная жертва. Возьми, это нектар пробуждения. Услышь меня, Кини Чахау, лицо солнца. Я отдаю тебе Авиль, избранную. Она выпьет нектар пробуждения, а затем ее сердце достанут и бросят в пламя. Я отдаю тебе свою плоть и кровь и умоляю тебя не гасить наше солнце. Авиль, это Лара. Когда я скажу, беги прямо к Майю, ясно? Так, принято. Авиль, беги! Сдохни, папаша. Давай, есть. Почему мне кажется, что это не конец? О, привет! Так, давай. Давай, есть! Вот так вот! Давай. Да! Чё, попали? Надо сделать сохранение прямо в этот момент тогда. Они тебя ждут. Сюда. Испоганил местную тусу у этих маньяков.
Давайте начнем. О, Као, я дарю тебе свою собственную... Я пропущу, спасибо. Авель, это Лара. Когда я скажу, беги прям. Авель, беги! Почему мне кажется, что это не конец? Да, это не конец. Пусть сходят, я тут спокойно их всех повыношу. Ой, зараза-то, нашли! Давай. Спасибо, я в курсе про лечение. Они тебя ждут. Сюда. Так, я вперед. Да я пройду. Я первый иду в этот раз. Давайте начнем. Четвертый раз пытаюсь. О, Ахао. Я дарю тебе свою собственную... Да, даруй. Это Лара. Когда я скажу, беги прямо к Майю. Давайте я здесь прямо сделаю сохранение. Может, получится? Авель, беги! Предатель здесь. Проверить дома, он может быть где угодно. Давай, есть. Уклоняемся. Так, надо уходить как можно дальше. Надо разобраться с этими тварями, конечно. Так, вот тут я чувствую себя в безопасности. Давай, есть. Давай, Лара. Вот прям по яйцам буду вам. Давай, есть. Давай, есть. Давай, лечись. Давай. У меня не хватает лекарственных трав. У меня лекарственных трав не хватает. Впервые то, что я продавал тоннами. Они тебя ждут. Сюда. Подожди, я тут пособираю, если вы не возражаете. Подождете. Вы там никого пока не убьете, да? Пока я туда не приду. Вот и хорошо. Я сейчас здесь пособираю все. Кое-что оно тут все выросло. Сделаем сохранение. Мне реально лекарственных трав не хватает. Вот еще. А если я сначала их всех перебью, а потом освобожу девочку? Такой возможный вариант. Так, отлично. Кстати, заметьте, уже неплохо идем. Давайте начнем. О, Ахао. Я дарю тебе свою собственную... Да. Авель, это Лара. Когда я скажу, беги прямо к Майю, ясно? Угу.
Авель, беги! Почему мне кажется, что это не конец? Так, давай. Чё, отошли! О, прямо в яблочко! Да, кукульканус. Да зараза какая! Есть! Уклонились, неплохо. Так, неплохо. Так, пусть идут. Ага. Тут видел еще одного. Давай, 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 есть. Где он? Ага, вижу. Иди сюда, кукулькан недоделанный. Неужели со всеми справился? Пятая попытка была. Отец года. Ради какой-то религиозной шизы единственную дочь решил отправить на смерть. Там еще собачка бегала, заметили? Единственную дочку решил тварина убить, просто чтобы порадовать своих местных любовничков по культу. Нет, это каким надо быть имбецилом? Куда жена смотрит? А, ну, видимо, туда же ушла. Таким же путем. Ладно, давайте осмотрим наличие трупов. Это то объясняет, почему здесь столько мест для прятания и тотального убийства. Так, куда нам теперь? Обратно в город. Сюжет? Нет, спасаем маленькую девочку, выполняем доп-квесты. А чего нет-то? Это кошмар, конечно. Папаша года. Авиль, ты в порядке? Да. Я спряталась, как ты сказала. Ты умница. Зачем ты прервала обряд? Авиль, тебя собирались убить. Вот именно. Но так и должно быть. Нет. Я была избрана. Кем? Моя жертва не позволила бы Кеничи Хау забрать солнце. Кому? Отец сказал, он мечтал об этом. О том, что я особенная. Авиль, мечты могут сбываться не так, как ты ждешь. Что если ты должна остаться здесь, на земле, и направить свою силу на то, чтобы стать величайшим змеиным стражем в истории? Ты правда так считаешь? Да, правда. Скорее бы сказать папе. Авиль, твой отец уехал на какое-то время и оставил Авиль со мной, чтобы не отвлекать ее от учебы. Конечно.
Мне столько предстоит выучить. Лучше начать поскорее. Спасибо, Ахао. Да, спасибо, Ахао. Я прослежу, чтобы об Авиль позаботились. Прошу, возьми этот лук. Он принадлежал моей маме, лучнице Орла. Пусть теперь послужит тебе. Спасибо, Майо. Но он как бы тебе больше понадобится. Мне столько предстоит выучить. Лучше начать поскорее. Спасибо, Ахао. Она потом нас возненавидит. Сердце Орла. Эта девочка нас в скором времени возненавидит. Еще одно очко аналогов, спасибо. Сейчас потом пойдем еще в поисках дополнительного задания, еще одного. Нет, ну реально. Домингес схватил Унурату. А пленные бунтовщики? Их же показательно казнят. Мы уже всех спасли. Боже, какой ужас. Успокойся. Все по порядку. Сердце Орла. Ну, он неплох, но есть над чем еще прокачивать. Подождите, а чего мне не хватает для прокачки? А, мне его и выдали. Мне шкуры не хватает. То есть обычные шкуры есть, а всего остального. Так, змеиный укус я в любом случае возьму получше. Лук лиса изгнанника. Он послабее будет, зато стрелять мощно. Хорошо. Рекурсивный лук. Но он, в принципе, оптимальный. Я с рекурсивным пока похожу с Ларином. Не знаю, что должен был я тут увидеть, но ничего не увидел. Она это скипнула, не заметила. Ну ладно. Посмотрим, что у нас по навыку. У нас уже 5 очков навыка. 5. Ой, можно теперь тратиться спокойненько. Что у нас есть? Ловушка Аспида. Делать из тел врагов ловушки прибранки. Они привлекают и после активации убивают ближайшие. Нет, фигня. Орлиный глаз. Улучшение возможности озарения. Позволяет чувствовать противников и хищников. Вот это я возьму. Орлиный глаз 3. Увеличит длительность эффекта озарения. Полезная, наверное, вещь. Но рывок пумы. Вот это теперь возьмем еще дополнительно. Не смотри на меня так, Лара, из-под своей маски. Ты знаешь, что я делаю все правильно. Нет, ну отец, конечно, тот еще. Гад. Я говорил, что там будет какой-то проход. Говорил. Но его нам не дали. И по сюжету раньше времени. О, теперь он появился, проходик. Сейчас вы войдете в гробницу. Ваш прогресс будет сохранен. Хотите ли вы продолжить? Конечно. Мне надо забрать материалы, артефакты. Такое ощущение, что это что-то специфическое. Только не говорите, что это игры сервиса. Они сюда сделали намеренно. Ну, знаете, вот как было в перезапуске именно Резидента. Там тоже была такая функция, когда ты спускался в тир к Таргуличу. Там всегда ваш прогресс будет сохранен. Спускайтесь, можете отстрелить сколько хотите, и патроны не расходуются. Может, тир местный такой своеобразный. В Резиденте это хорошо сделано, но я не знаю, как здесь. В конце концов, там же Капком, а тут Square Enix.
Кстати, что так долго думать-то? Давай, Лара, входи уже. Или она там переодевается, что ли? Полностью раздевается, переодевается. Я бы на это глянул бы. Ладно, подождем. Угу. И все же я не понимаю. Нет, я сейчас многие напишут, ты не понимаешь, это их культура, это их традиции такие. Отец должен быть гордиться, что его ребенка разденут догола публично в толпе сотни мужиков, возьмут и выражут из нее сердце, потом ее телом надругаются, когда ее сердце сожрут. Ну, это, конечно, утрирую, там черт знает, какие у них традиции были, но суть в том, что девчонку хотели буквально обнажить, извините, без этого сердца никак не выразишь, и вырезать сердце у живого человека. Может быть, предварительно напоив каким-то спиртным, я так понимаю, какое-то озарение. Я не знаю, что там входит в этот напиток, но все же. Или даже еще хуже, одурманить. Нет, конечно, если это снижает боль, в каком-то смысле это гуманно. В каком-то смысле гуманно, но это не гуманно убивать человека. Только ради каких-то башков. Но помните, богов не существует, религия это миф. Точнее, зло и миф. Наука ваше спасение. Все. Третьего не дано. Ну, четвертого не дало. Другого не дало. Ну, суть вы поняли, о чем я. Ну, реально, вот это... Наука — это святое. Вещи эпохи. Найдите щит. Ладно, давайте... Отец года и щит эпохи. Интересное название выйдет у эпизода. О. Здравствуйте. Мамы. Похоже, здесь изображено это самое место. Тут проходит много людей. Еще больше лежит мертвыми. А это... Это щит, награда, которую они все ищут. Это испытание, как и говорила Корианка. Путь Хуракана, бога ветров и бурь. Корианка. Я, кстати, в прошлый раз и посмеялся над ее именем отчасти. Но в том плане, что мне это имя на удивление очень знакомо. Никому не напоминает Корианка. Корейка из Северной Кореи. Понимаете, что, понимаете соль? Нет? Кто поймет? Только я и пойму. Ну и вы еще. Видишь, как нас занесло-то. Не знаю, что она так долго тащилась. Так, и чуй. У меня пол... У меня до сих пор не пол... Верните мне мой арсенал. Прекрасно понимаю, что это за место. Мы на территории гребных Виндиго. И они мне не рады. Спуск по веревке, спасибо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы с вами на территории хреновых Виндиго. И я не в восторге от этого. Сюда? Так, я был дезориентирован и поплатился за эту ошибку. К счастью, не надо далеко тащиться.
Подожди. Не туда как бы надобно. А за что мне цепляться здесь? Так, нет, не сюда. И точно не за этот краешек и уступочек. Ага, вот оно где. Бег по стене. Давай. Она не хочет нормально разбегаться. Вы сами видели. То есть я понял, какое место здесь. То есть здесь разбег должен быть. А походу это будет самый длинный эпизод. Ну либо я его разобью на две части. Я пытаюсь запрыгнуть как могу. Я понимаю, что мне туда надо прыгать, но я не понимаю, за что цепляться. Я реально этого не вижу. Может, вам, конечно, лучше видно, потому что у вас немножко осветление выходит. Я даже не осветляю, чисто запись так идет. Но соль-то в том, что я не знаю, куда мне. Я не понимаю. Может, мне в другую сторону надо? Ой. Я не вижу тут ничего, за что можно было вообще зацепиться. Да ладно, закрепилось наконец-таки. Так, давай, забираемся. Будет здорово, если... Так, давайте здесь сразу сохраним, чтобы потом где-то по сути раз не бегать. Сколько у нас уже пройдено-то? 58, да? Сейчас я сработаю. Мы готовы. Ладно, мы не готовы. Я не ожидал. Я думал там нет водопада. Думал, там речишка будет маленькая. Конкистадоры. Они забрались дальше, чем я думала.
Да благословит милосердный Господь души этих преданных мужей и примет их в райскую обитель. Они верно служили мне, и без их поддержки я ни почем не увидел бы то, что жители Пайтити зовут щитом вершителя судеб. Однако, с глубочайшим сожалением и в условиях моих новых обязательств перед священной миссией, я отправил этих людей на встречу со Спасителем. Тайну, которую открыл мне щит, нельзя доверить никому, кроме меня, и поэтому, оставив его позади, я вернулся сюда с конвоем и смиренно выполнил свой долг. Во имя Господа нашего. Аминь. Перевожу. Он так был потрясен рисунком на щите, что решил перерезать глотки всем своим коллегам. Вот столкновение двух религиозных фанатиков. Кошмары. Он просто перерезал им глотки, а потом оставил тут их гнить. Типичный коллега с работы. О. Так. И подуют сильные ветра. Мост мог рухнуть из-за землетрясения. Так, там пока безопасный спуск, если. Там, где солнышко находится, там опасно, спокойно, кровь. Давай. Вот. Так, ну а теперь здесь. Они не смогли открыть дверь и применили взрывчатку. Ну, правильно. Не вижу ничего плохого в таком гуманном подходе. А я все еще... Нет. Возможно, это храм Чака. Кого храм? Ты издеваешься? Ты хочешь, чтобы я тут лазал? Надеюсь, путь к храму. Давай, спускайся. Давай, залезай. Главное, чтобы тут не было вендиго этих гребаных. Где мы сейчас находимся? Мы все дальше и дальше.
Давай. А, он будет отодвигаться в любом случае, да? Но план был хорош. Я попробую его еще раз реализовать. Мост слишком длинный, чтобы Лара могла спокойно сама перейти. Но если обезвредить, ну если обрезать вовремя эту штуку, только останавливаться. Давай, 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 давай. Ну вот видите, получилось. Только она не захотела зацепляться почему-то. А, это она была двойной прыжок потом уже. Я хотел кинуть крюк. Но главное, что план работает. Все, теперь нас не сдует, надеюсь. Что ж, ребят, давайте на этом пока на сегодня закончим. Все-таки разобью его на две части. Спасибо всем, кто сегодня смотрел. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Заходим на стримчики. Ну а с вами был Вескер, Амбрал Тайчинг, Лара Крофт и наше суждение о самом тупом папаше, который съебал за хлебушком с задницей и стрелой в ней от Лары на тот свет. Ой, какие же родители. Ради религии ребенка хотели убить. Ну, прям кошмар, кошмар. Удачи. И помните, если у вас такой же папаша, или еще что, более распространенная мамаша, отправляйте их сами с задницей и стрелой, сами знаете куда. Удачи.